Привет, дорогие друзья, вы на канале Милогейм. Ребята, у меня для вас супер-мега-классная новость. Завтра выйдет новое обновление, наконец-таки. Наконец-таки выйдет новое обновление, которое мы с вами так долго ждали, просто очень долго. Это обновление, ребята, мы с вами ждали очень долго. Первое обновление, которое так долго не выходило. Но мы дождались, и завтра, точно завтра, в четверг, выйдет новое обновление. Скорее всего, оно выйдет ближе к вечеру, начиная с 5 часов вечера. Ну, надеюсь, что не поздно, потому что бывает, обновление выходит очень поздно, в 11 часов. Но я надеюсь, что выйдет пораньше, и мы с вами успеем поиграть. Ну и, конечно, я обязательно сниму обзор на это обновление, поэтому заходите ко мне на канал, смотрите обновление, видео с обновлением. Но, ребята, у меня для вас есть еще и классный спойлер, в котором показано, что же будет в новом обновлении. Да, ребята, вам не послышалось, это уже четвертый спойлер, да, это просто рекорд. Avatar World, 4 спойлера к новому обновлению, представляете? Ну ладно, давайте уже смотреть его. Ребята, что происходит с моим стилусом? Он что-то не работает. Так, стилус быстро работает, мне нужно смотреть новое обновление. Ладно, обойдемся без стилуса, так, посмотрим. Поехали, ребята. Особняк, что с ним происходит? Его просто плющит, и на его месте вырастает просто огромный дом, ребята. Так это же целая гостиница, ничего себе. Ригби, ну ты постаралась, я чуть в обморок не упала. Вот это да, вот это она отстроила, ребята, вы это видели? Давайте посмотрим помедленней. Вот смотрите, особнячок просто плющит, он уже не может стоять на месте, он превращается во что-то очень огромное. Ребят, смотрите, какой он смешной. И вот на его месте вырастает из облака пыли вот такое огромное здание. Да, Ригби, конечно, постарался, ребята, давайте его поподробнее рассмотрим. У него 3 этажа, у него есть бассейн такой же, как и у нас в домике был, в особнячке. Мы видим, ребята, слева балкончик, справа тоже балкончик. Но это не значит, что мы будем выходить на балкончик, потому что в новом домике у нас тоже есть балкончик, но мы на него не можем выходить. Поэтому возможно, что балкончика не будет, но, ребята, мы видим, что дом стал намного больше. Смотрите, какой он широкий, просто по сравнению с нашим новым домиком он просто огромный. Ребята, я просто в шоке, какой он большой. У нас какие-то стали большие размеры в Avatar World. У нас Икея, мебельный магазин просто огромный. А теперь еще и особняк мега большой. Ну все, теперь можно здесь строить настоящую гостиницу на несколько номеров. Ладно, давайте дальше смотреть. Наша главная героиня, девочка, сидит довольная. Ну да, я тоже рада, конечно же. И написано, что редактор особняка. Выйдет, ребята, редактор особняка. Следующее обновление — это редактор особняка. То есть завтра у нас выйдет новое обновление, в котором особнячок превратится вот в такое огромное здание, ребята. И завтра мы сможем уже сделать ремонт в особнячке. Вот такие, ребята, интересные новости. Но по поводу магазина мебельного информации нет. Сказано, что только выйдет особнячок, редактор особняка. И, ребята, вот такой один из видов особняка нам представили. Но возможно, что можно будет делать еще другой вид особняка. Все может быть, ребята, может быть, будет несколько видов зданий, и это один из этих видов. Но я, конечно, и обычный особнячок очень люблю, он очень классный, самый крутой в нашем городе. Поэтому я хотела бы, чтобы можно было бы, конечно, менять вид особняка на такой и на наш старый. Но он очень большой, ребят, просто очень большой. Ребята, пожалуйста, поставьте лайк, если вы в шоке от нового особняка. Я просто в шоке. Посмотрите, как она смешно кисточкой вертит туда-сюда. Она тоже очень довольна этой работой. Ригби реально очень постаралась. Мне понравился особнячок. Надеюсь, там будет просторно и будет очень-очень много комнат. Много комнат для наших детишек, маленьких, постарше, еще постарше, для спальни, для кабинета. Ну, вы знаете, мы всегда найдем, что запихнуть в комнаты. У нас проблемы не составит заполнить хоть миллион комнат, пусть их там будет хоть миллион, миллиард, мы найдем, что там сделать. Правда, ребят, нам всегда мало места. Ну и смотрите, на крыше вертолетной площадки уже нет. А может быть, кстати, она спрятана за девочкой, ну не знаю, может быть, конечно, но похоже, что нет, вертолетной площадки больше не будет, вертолетики не будут прилетать на этот домик, но дом мне очень напоминает гостиницу. Теперь можно действительно играть и устраивать, как будто бы это гостиница, в которую ваши персонажи приехали отдохнуть куда-нибудь, допустим, в теплую
страну или куда-нибудь во Францию в ту же, например, организовать им путешествие. Вот такие, ребята, новости. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по этому спойлеру, какие эмоции у вас вызвало это видео. Я очень была удивлена. Напишите, что вы первым делом подумали, когда увидели это большое здание. Мне будет очень интересно читать ваши комментарии. На этом все, мои дорогие друзья. Будем ожидать завтра обновления. Так что, ребята, я обязательно выставлю на своем канале видео с новым обновлением. Подписывайтесь на канал, пожалуйста, поставьте лайк под этим видео. И спасибо, что досмотрел это видео до самого конца. А я, пожалуй, пойду остужусь в бассейн. Я реально перегрелась после этого видео. Оно меня просто удивило, ребята. Ну все, всем пока и спасибо за просмотр.